Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я решил вернуться, в общем, к истокам, ко своим, где я очень много-много копал. В этой деревне находил много всяких разных интересных штучек. Медали находил, всякие жетоны, значки, монет много-много. Ну и решил напоследок перед зимой сюда все-таки заехать. Тут еще много места, где я не копался. Тут немножко выехал, отдельно два домика стоит. И вот сразу есть первая находка. Вот такое вот колечко серебряное. Ну, конечно, вру, не первое. Первое был кусочек от тюбика. А второе вот такое вот колечко. Серебряная вручалочка, но, по-моему, без пломб. Но, думаю, все равно что-то это место даст еще нам интересное. Находки были здесь всегда помпезные. Деревня очень большая, старая, богатая была. Поэтому не удивлюсь, что что-нибудь сегодня найдем интересное. Так что обязательно смотрите. Смотрите старые видосы, не забывайте подписываться. Погнали! В общем, вот такое вот обручальное колечечко. Серебряное. Помятая вся, погнутая. Но серебруха. Первая находка, серебро. Это бомба. Только приехал, буквально вот пару минут походил. Но ничего, ничего, пойдет, зашибись. Думаю, что ничего, троим. Вот вам, пожалуйста, следышком. Медное такое же колечко выпало. Латунная вручалочка. Но тут их всегда было много, таких колечек. Так что это нормально. Спустился, значит, вниз, ближе к воде. Домики вон там на бугру. Все равно, думаю, люди ходили сюда. Ну и что-то, короче, выпало. По-моему, пенал так ногой, по-моему, было. Да, советская монета была. У нас троечок. Троечок 29-го года. Что-то такой легкий какой-то, как, не знаю, что, как пушинка. Класс. Первая монетосина. Значит, надо здесь пятачок этот пробить получше. Так как все равно за водой ходили, спускались, купались, стирались и теряли. Ну, затертенький такой трояк. Легенький. Но прикольный. Троячок. Топаем дальше. Вот вам, пожалуйста, вода – это жизнь, как и говорил. Снова монетосина, пятначек, щитовичок 1933 года. Вот такой вот красавец. У них довольно такой противный сигнал в этих мельхиоровых монеток. Но, между прочим, монетка – это главное. Почешем этот пятачок еще немного. Да, конечно. Вода водой, но водку пить возле этой воды никто не запрещал. Поэтому там галимые пробки. Одна за одной проволоки, алюминьки всякие. Походил немного и плюнул это дело. Поехал, короче, в общем, в саму деревню. На вторую улицу, вот, где я не ходил практически. Один раз только бегал тут, и то так, минут 15. Вот решил здесь подобивать участок этот, посмотреть, что здесь вообще да как. Попалась в него такая пуговка, орляночка до этого колечка. Я не стал показывать. Ну, пуговка, орляночка довольно-таки убитая. Уже в то время потеряла ушко, перепаяли. Но все равно есть находочка, это главное. Вот и посмотрим, что здесь можно будет найти. Мусора здесь, конечно, море, но ничего, копателя не остановит. Так что копаем. Неужели в самом деле я нашел монету? Хожу минут 40, наверное, уже. Мусор-то ладно, мусором не страшно это, но когда кроме мусора ничего не попадается, то, ну, скажу вам, таки довольно неприятно, неинтересно. Ну вот выпала монетосина, 1 копейки, 1 копейки, говорю, 1 копейка, 1924-го. Ну, рядовая монета, хоть такая, но все же выпала, советчина ранняя, тоже пойдет находки. Похожу еще немного, нет, скорее всего, перееду в аул. Благо, тут совсем близко ехать по дороге назад. Вот, как видите, тут старые вот фундаменты. К тому же тут же рылись археологи, перерыли все, что можно. Так что не всегда различимо, где дом, где котлован. Ну, а основная деревня идет вон там. Часто вот там ходил в основном. Видно дома, фундаменты стоят. Вот зеленые пятна вам видно, не видно. Должно быть, по идее, видать. И вот она далеко-далеко-далеко и далеко идет. Но туда почему-то ехать не хочу, не тянет меня. Тянет меня вон туда, в тот аул.
Почему-то тянет. Значит, поедем. Ну что сказать, изверги, изверги. И так находок-то толком нет. Ну и попадаются еще вот такие вот обгрызки. Выбитая середина от какой-то копейки. И 2 или 3 копейки, что-то такое. Зараза, изуродовали. А нам находить вот такое. Ну ладно, что сделаешь, не убираем. А вот она и серебрушечка, монеточка. Но, конечно, Саула. Заехал все-таки я по дороге домой сюда порыть. Там еще бегал, бегал, бегал. В итоге находок никаких нету. Плюнул, поехал сюда. А здесь всегда красавицы такие попадают. Поэтому без находок отсюда не уезжал. Поэтому, думаю, покопаюсь. И вот она сразу же, первая серебруха. Зачет. Зачет за сегодня. Попалась какая-то такая вот интересная, непонятная штучка. То ли краник какой-то был, то ли хрен пойми. Латунная безделушка. Хожу, думаю, блин, надо перстенек найти. Но перстенек не нашел, нашел верх от перстенька. Такая вот штучка. Главное, серебруха. И то класс. Видно, вот обломано. Когда-то был хороший перстенек, красивый. Но не дожил до наших дней. Нашел такой, какой есть. Тоже супер находка. Интересно, приятно. Пойдет в баночку с серебром. Вот это вот муравейник, блин. Так муравейник. Таких я не видал огромных. То есть сколько лет ему может быть? Вот по сравнению по высоте. Намного выше, блин. Лопаты с металлоскателя. Охренеть можно. Да. Удивительная, так сказать, находка, не металлоискателем. Вот такой огроменный. Там где-то еще один стоит, но он чуть поменьше. Не стал снимать. В пеньке там. А это вообще, блин. Кабздец какой-то. Попалась вот такая интересная штуковина. Какая-то наклепочка, набоечка. На что-то. Так, потому что одна осталась. Один зацеп. Второго нету. Вот такая прикольная, интересненькая штучка. Цветная. Ну вот еще одна. Напоследок как раз прям перед машиной. Уже все, собирался домой ехать. Еще одна десяточка выпадает, красавица. На удивление чистая такая, блин. Ну как обычно, с отверстием, блин. В принципе, такой неплохой сохран. 916 год, по-моему, такая была у меня. Ну, блин, классно. Думал просто водой помыть. Как новая будет. Обычно все какие-то замызганные тут. Ну, ладно. Тоже хорошая находка. Так что, мне кажется, все зависит от места. От выбора места. Да, находить-то везде можно будет. Находки везде будут. Но какие находки? И сколько их, это зависит все-таки от места. Бывает, приезжаешь, ну нету нифига. Бывает, приезжаешь, вот как здесь, вот сколько я тут уже бью, копаюсь, один фиг находочки. Есть, 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 есть. И дай бог еще, наверное, будут. Хоть уже тут уже все, уже каждый клочок земли, блин, вышерстен, уже выкошен весь, блин. А один фиг попадаются. Вот. Что-то я приехал, не зря приехал, 2 серебрухи копнул. Это класс, класс, класс. Да, класс, не спорю. Вот так вот удалось мне. Сегодня копнуть. Пуговка, орляночка. Колечки. 2 обычных. Одно медное, одно латунное. Такой вот шмурдячок. Остальное шмурдяк показывать не стал. Много. Там ничего интересного такого нету. Простые куски цветнины всякой разной. Ну и по хорошим находкам. Вот так вот. 5 монетос. Троечок. 15-ка. Копеечка. 10-ка. 10-ка, блин, чистая вообще. И 5-ка. Ну и 4 серебрухи получилось. Колечко такое серебряное. Сразу первая находка у меня сегодня была. Ну и вот такой осколочек от перстенька. Так что думаю, супер. Не зря также заехал в этот аул. Все равно 2 серебрухи еще поднял. Очень даже здорово.
И там, в принципе, побегал тоже неплохо. Ну, уже время пролетело. Вроде и нифига не ходил. Нашел-то так чуть-чуть, а время уже все. Поэтому хватит. Завязываем. Езжаем домой. Всем спасибо, кто смотрит мои ролики. Смотрите старые ролики. Комментируйте там, ставьте лайки. Все по вашему желанию. Пока.